Глава 22. Книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». «Не бойся, ибо я всегда с тобой». Страхи, сомнения, волнения. Запомните, когда вы запираете двери, гасите в комнате свет, вы не должны говорить, что остались в одиночестве, потому что вы не один. Вас пребывает Бог, а также ваш гений. Джозеф Мерфи. В один из трудных моментов своей жизни, когда меня одолевали страхи и сомнения, я положила себе на стол записку со словами «Не бойся, ибо я всегда с тобой». И вы знаете, когда я читала ее, мне с каждым днем становилось спокойнее, появились силы, и ситуации наступил рассвет. И вскоре все разрешилось. В одной из своих книг Норман Винсент Пилл пишет, как женщина застряла в лифте и позвонила диспетчеру, а тот ей говорит: «Мадам, вы не бойтесь, мы скоро починим лифт». «Я не боюсь, я не одна», — ответила она, а когда дама вышла из лифта и в нем больше никого не оказалось, на вопрос «Как же так, вы сказали, что не одна?» она спокойно ответила: «Со мной был Бог». Замечательно, правда? Когда вы начинаете беспокоиться о своем будущем, поддаетесь сомнению и страху, вы отталкиваете от себя процветание, перекрываете поток благ в свою жизнь и притягиваете этот негатив к себе, а также оттягиваете исполнение ваших желаний. Страх способен разрушить любую созидательную вибрацию и является препятствием для любого начинания. Как написано в книге Йова: «Ужасного, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне». Другими словами, энергия человека, который беспокоится, приобретает форму страхов и сомнений и притягивает миллионы таких же обеспокоенных мыслей других людей. Страх и волнение начинают расти и пускать свои корни в вашем сознании. Настроение стремительно падает, и мир меняется. Волнуются все, но в выигрыше остаются те, кто умеет справляться со страхами и сомнениями. Кстати, то, чего мы лишаем своего внимания, блекнет и исчезает. Мы уже говорили об этом. Это же касается и страха. Если вы выбрали путь к богатству и процветанию, вам просто необходимо взять контроль над своими эмоциями. Дело в том, что если вы постоянно чего-то боитесь и опасаетесь, то это непременно исполнится, потому что с нами случается именно то, во что мы верим и о чем думаем. И когда в очередной раз вас будут одолевать сомнения, страхи, беспокойства, вспомните, что вы сами разрушаете себя физически и духовно, лишая здоровья, счастья, спокойствия и достатка. Боюсь, что не хватит денег, боюсь, что потеряю деньги или буду ограблен. Боюсь, что наступит черная полоса в жизни, после светлой и радостной. Боюсь что-либо начать, так как не верю в успех. Боюсь, что меня уволят. Боюсь остаться без средств к существованию. Боюсь, что не справлюсь со соответственным заданием. Вам знакомы подобные мысли? В жизни удается преуспеть тем людям, которые смелее и сильнее всевозможных страхов. Поэтому примите осознанное решение избавиться от привычки волноваться, беспокоиться, бояться и беспокоиться. С чего же начать? Скажите себе, что вы обладаете силой избавиться от этой привычки. Вы можете сделать это. Понаблюдайте за своей речью, исключите из нее слова, вызывающие сомнения, страхи и беспокойство. А все негативные мысли сразу же заменяйте на позитивные. Я беспокоюсь, я волнуюсь. Я всегда в полной безопасности, я наполнена спокойствием и уверенностью. Я нахожусь под защитой божественных сил. Если Бог и высшие силы со мной, кто может быть против меня? Высшие силы охраняют и защищают меня и моих близких сейчас и всегда.
и подсказывают все, что мне необходимо знать. Благодарю. Да будет так. Я опаздываю. Я всегда все успеваю сделать вовремя. У меня столько времени, сколько мне необходимо. Мне не хватает. Всего хватит на всех, в том числе и для меня. Я верю в себя и в свою способность создавать все, что мне необходимо. Я все могу. Страх – это всего лишь негативная информация о каком-либо событии. Есть одна очень эффективная техника, которая помогает избавиться от страха. Вам надо выявить это событие, ситуацию, которая послужила причиной, и переписать его, завершить в положительном или смешном варианте, либо стереть, закрыть глаза и представить то, чего вы боитесь, в своем воображении, как на экране, и просто стереть это. Так просто? Да, так просто. И что это поможет? Безусловно. Представьте, что все ваши страхи растворяются, улетают, а на их место приходит спокойствие и свет. Приятное ощущение легкости, умиротворения и счастья. Очень рекомендую вечером перед сном сделать следующее упражнение. Это страница 191 моей книги «Тайная психология денег. Секреты богатства и процветания». Татьяна Салмановна, Мактум Сайфутин. Это я. Один из секретов изобилия и сознания процветания состоит в правильном позитивном мышлении. Необходимо всегда поддерживать и подпитывать свое мышление позитивными настроями и аффирмациями. Есть люди, которые живут в достатке, но боятся, что он исчезнет из их жизни. Жизнь их станет другой, тем самым закладывая сомнения и страхи. Если постоянно присутствуют такие мысли, то это и вправду может случиться. Поэтому очень внимательно относитесь к своим мыслям, словам и желаниям. Будьте предельно внимательны, живите осознанно. Отгоняйте все негативные чувства из своей жизни. Как только вас посетили мрачные, тревожные мысли, сразу же повторяйте позитивные утверждения, поблагодарите ваши страхи за заботу о вас и предупреждение, и отпустите их. Скажите: «Я знаю и верю, что все происходит к моему высшему благу и благу всех. Все будет хорошо. Благодарю». Когда появляются грустные мысли или складывается какая-то сложная ситуация, я говорю себе, что, во-первых, все проходит, пройдет это, а во-вторых, меняю свои мысли на позитивные, так как знаю, что состояние счастья и покоя зависит от меня самой. Я напоминаю себе, что, может быть, эта проблема хочет указать мне на что-то в моей жизни, может, за ней скрываются какие-то возможности, ведь только от нас... От вас самих зависит, как мы воспринимаем данную ситуацию, как к ней относимся. В наших силах сделать ее положительной или отрицательной. А также говорю себе, что человек, который любит себя, не может позволить такую роскошь, как быть расстроенным и печальным. Мы же созданы для счастья, радости и процветания. Далее я делаю все возможное, все, что в моих силах, говорю, что эта проблема уже решена, а затем отпускаю ситуацию, доверяю ее разрешение высшим силам –
и творческой энергии. Я передаю эту ситуацию в твои руки. Я знаю и верю, что она будет благополучно решена. Благодарю за помощь. И как вы думаете, что происходит? Проблема решается быстро и легко, а страхи и волнения уходят. Высшая сила всегда готова помочь нам. Она только ждет просьбы с нашей стороны. Сообщите и передайте ей свои страхи, опасения и волнения. Поведайте о своих проблемах. И вы почувствуете, как придет спокойствие, а с ним и уверенность. А уверенность в себе и внутренняя сила – это самое лучшее средство от страха. Наполните свои мысли покоем, гармонией, верой и ожиданием наилучших перемен. Доверьтесь процессу жизни, верьте в то, что все хорошее, что должно произойти, обязательно произойдет. И очень скоро вы увидите и почувствуете чудеса, которые будут происходить в вашей жизни. Это просто удивительно, как, переключая свой разум с негативных мыслей на позитивные, вы избавляетесь от тревог. Вы являетесь полным хозяином своих чувств. Помните об этом. Вы хозяин, а никто другой. Когда вы осознаете это и контролируете свои чувства, вы полны энергии и сил. Вам подвластны любые дела, вам подвластно все. Энергия течет через вас свободно. Вы бодры, полны сил и здоровья. А это именно то состояние, которое необходимо для реализации намеченных планов.